Всем привет! Сейчас будет коротенькое видео о том, как мы с женой на каяке ходили по лиману Малый Сосык. Заходили в канал, который соединяет Малый Сосык с Шаганами. И в общем, к чему все это привело. Видео немного сумбурное, но по-своему интересное, наверное. Сейчас мой свет прям на вас. Кирюха? Орол высушится, вымоется и будет летать. Гребем с Натали против ветра. Thank you.
близко, близко на самом деле. В общем, мы тут сели на мель. Попробуем сейчас сняться с мели и благодаря жене моей любимой угребем отсюда. Или вперед, или назад. Вот и в общем. Вот, друзья, насколько мы сели вил. В общем, остаемся здесь ночевать, пока не похудею я. А вот тот самый мостик, где мы вчера были. Это канал уже переходит в следующий лиман. Так, мы возвращаемся обратно. Вот маяк здесь. Мостик там. Ура! Итак, выплываем обратно в лиман. Там сейчас будет куча птичек. В общем, вот так мы сходили на каяке и решили приобрести себе каяк. Салют 2. В следующей серии увидите сборку.